Сегодняшнего дня и до Дня Победы остается ровно 70 дней. В нашем регионе в эти 70 дней состоится целый ряд значимых мероприятий. Главная их цель – повышение патриотизма у молодежи и формирование уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла. По задумке организаторов, каждая декада будет проходить под определенным лозунгом. Всего в акции примут участие около 300 ветеранов, а также десятки тысяч молодых людей. В рамках единовременной акции будет объявлено и о старте эстафеты «Факел Победы». Факел Победы, который сегодня будет передан от города Караганды городу Абаю, это будет проходить, значит, в Караганде, где будут присутствовать молодежь города, молодежь области, где будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. В торжественной обстановке факел будет зажжен от огня, значит, от Огня Победы, и факел этот пойдет по всей Карагандинской области в течение 70 дней.